спрашивали, отвечаем. В какой срок можно отказаться от путевки, чтобы не потерять деньги? Единых сроков не существует, каждый случай рассматривается индивидуально. Чем больше срок до начала тура, тем легче это сделать. И чаще всего туроператоры идут навстречу клиентам в случае, если есть доказательства невозможности совершения тура по каким-то объективным причинам. Это может быть справка из медицинского учреждения о госпитализации, о серьезном заболевании. Это могут быть какие-то судебные процессы, возникшие, да, неожиданно. Это могут быть пожары или аварии, какие-то экстремальные ситуации. В данных случаях туроператоры 99% идут навстречу клиенту и возвращают действительно деньги. Максимально комфортно для туриста, если он не может совершить тур, но у него нет доказательств, то есть это какие-то рабочие моменты или семейные. В данном случае проще всего заменить туриста или нескольких туристов, то есть нести себе замену. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 82 81.